Нововолынские шахтеры вышли сегодня на акцию протеста. Они перекрыли трассу в 2 километрах от контрольно-пропускного пункта Ягодин. Протестовать горняки начали еще на прошлой неделе, отказавшись спускаться в забой. Утверждают, что им не выплатили зарплату еще за июль и август и требуют погасить задолженность. Около 70 человек ходили по пешеходному переходу. После обеда пикетчики разошлись, и движение автомобилей возобновилось.